Тверская область известна большим количеством памятников в честь героев Великой Отечественной войны. Не так давно к ним добавился еще один. Он посвящен памяти бойцов 88-й стрелковой дивизии, павших при освобождении Зубцовского района. Особенно стоит отметить, что этот мемориал был возведен на средства инвесторов, построивших крупный туристический комплекс. Этот современный мемориал уже успел стать достопримечательностью Зубцовского района. На берегу реки Осуга, рядом с отелем «Дзен», он появился не случайно. Здесь в начале войны проходили ожесточенные сражения. Вячеслав Михайлович, Наталья Николаевна – это главные инициаторы этого действия. И вот за моей спиной – это та дань памяти нашим прадедам, дедам, которые отдали свои жизни, защищая эту землю от немецко-фашистских захватчиков. Это сейчас берег реки полностью зарос. А в 42-м году здесь не было живого места. Тут шли тяжелейшие бои между 88-й стрелковой дивизией Красной армии и 9-й армией Вермахта. Нашим удалось завоевать плацдарм, с которого немцы безуспешно пытались их сбросить. Авиация противника так ожесточенно бомбила, что находившийся тут хутор Рогово был полностью стерт с лица земли. Тем не менее, советским солдатам и офицерам удалось сдержать свои позиции, с которым затем началось дальнейшее наступление. Открываем мемориал на том месте, где когда-то 78 лет, если быть точнее, были кровопролитные бои. Очень много людей, защищавших нашу родину, здесь сложили свои головы. Стилизованное изображение звезды в красных и черных цветах пламени и дыма. Три стелы, на которых выбиты имена павших бойцов и посвятительная надпись. Этот мемориал уже успел полюбиться жителям всех окрестных деревень, которые регулярно возлагают сюда цветы.